Я считаю, что это его лучший результат в сезоне, 111 баллов. Предыдущий результат у него был и вовсе 102. Да, можно сравнить. Можно сравнить. Да здравствует новая система. Еще один ученик Фрэнка Кэрролла и японских тренеров. Дайсуки Мураками катается под музыку из фильма «Лоренс Аравийский». Thank you.
оригинальным вращением в наклоне заканчивает свою программу Дайсуки Мураками. Очень приветливый фигурист во всех отношениях. Во время исполнения программы на музыку из кинофильма «Лоуренс Аравийский», даже, мне кажется, что слишком приветливый. Такой в дорожке шагов Лоуренс Аравийский так улыбался судьям широко. Можно было испугаться. Японские болельщицы тут как тут. Тройной лутц с тройным тулупом на старте этой программы. Аксель 3,5 оборота. Двойной тулуп. Еще один тройной аксель. Здесь он смешно уперся руками так в лед на этом Ридбергере. Потом сделал чистый сальхов сразу после этого. Ну, прекрасно. 135 баллов набирает японский фигурист. Наконец-то в Kiss & Cry Connor у нас хоть какой-то спектакль происходит.